Ромашка Рашен. Новый год. Ёлка. Ёлка. Ёлочный шар. Ёлочный шар. Дед Мороз. Дед Мороз. Снеговик. Снеговик. Подарок. Подарок. Новогодние украшения. Новогодние украшения. Задание. Соедините слова и картинки. Молодец! Подарок, ёлка, снеговик, Дед Мороз. Глаголы. Группа 1. Отмечать. Отмечать. Покупать. Покупать. Поздравлять. Поздравлять. Наряжать. Наряжать. Получать. Получать. Отмечать. Я отмечаю. Ты отмечаешь. Он отмечает. Мы отмечаем. Вы отмечаете. Они отмечают. Глаголы. Группа 2. Дарить. Я дарю. Ты даришь. Он, она дарит. Мы дарим. Вы дарите. Они дарят. Отмечать Новый год. Отмечать Новый год. Наряжать ёлку. Наряжать ёлку. Покупать продукты. Покупать продукты. Дарить подарок. Дарить подарок. Получать подарок. Получать подарок. Текст. Новый год – это важный праздник в России. У нас всегда отмечают Новый год весело. Дети пишут письма Деду Морозу и ждут свой подарок. Люди наряжают елку, покупают продукты и готовят вкусные блюда. В полночь все поздравляют друг друга и дарят подарки. Потом все смотрят красивый салют. Диалог. Ольга, вы отмечаете Новый год в России? Конечно, мы очень любим Новый год. А как вы отмечаете этот праздник? Обычно мы смотрим старые фильмы. На столе у нас самые вкусные блюда, а в полночь мы смотрим салют.
А вы дарите подарки на Новый год? Конечно. Сначала мы поздравляем друг друга, а потом дарим подарки. Как интересно. С Новым годом! С Новым годом!